Привет! Вы на канале «Это просто». Курица с овощами на сковороде является простым в исполнении, но сытным блюдом. Его можно подать на ужин, порадовав всех членов семьи. Она получается очень ароматной и безумно вкусной. Для ее приготовления мне понадобится куриное филе, болгарский перец, морковь, лук, паприка копченая, паприка сладкая, растительное масло, соль и перец. Приступаю к нарезке овощей. Лук режу на мелкие кубики. Морковь и сладкий перец соломкой. Куриное филе нарезаю небольшими кусочками. В разогретое масло кладу курицу и жарю до белого цвета. Добавляю к ней морковь, лук, мешаю. Убавляю огонь и обжариваю 10 минут. Кладу перец, перемешиваю. Вливаю 50 мл воды. Добавляю соль, перец черный молотый и паприку. Паприку я кладу и сладкую, и копченую. Если положить только сладкую, то вкус будет совершенно другой. И тушу еще 15 минут. Курица с овощами готова. Ее можно подавать и как гарнир к картофельному пюре и рису, и как отдельное блюдо. Жареная курица с овощами – это простое и сытное блюдо, которое придется по вкусу всей вашей семье. Готовьте с радостью, готовьте с любовью. Это просто. Не забудьте подписаться на канал и поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно.